гостями сидели. В сегодняшнем выпуске новостей мы подготовили для вас много интересного. Здравствуйте! Промчался наш трехдневный осенний лагерь. Ребята провели время активно и весело. Мы получили массу положительных отзывов от детей и от их родителей. Мы уже спешим ваш пригласить на двухнедельный осенний лагерь. Ребят ждут мастер-классы, много игр, полюбившиеся кулинария и много интересного. Регистрироваться можно на программу так и на все две недели. Регистрация нашего рейса. Наш девиз – движение – это жизнь. Лишний забег пошел на ура! Спасибо всем, кто пришел, прибежал и приполз. Вы супер-мега-молодцы. Море позитива и хорошего настроения мы получили от забега. Если вы пропустили наше мероприятие, не расстраивайтесь. У вас есть возможность присоединиться к нам весной на пасхальном забеге. Следите за информацией. Новогодние праздники уже очень близко. Если вы еще не приобрели билеты на нашу новогоднюю елку, поспешите. Вы можете позвонить нам в студию, забронировать и оплатить билеты наших администраторов. Ну а забрать перед самыми представлениями. Дедушка Мороз и Снегурочка уже с нетерпением ждут встречи с ребятами, чтобы подарить им сказку. Мы ждем новых и старых друзей на наших послеобеденных классах. Математика и абакус, русский язык и арт-мастерская, чутье и кулинария, подготовка к школе на английском языке, а также многое другое. Позвоните нашим администраторам для более точной информации или загляните на нашу страничку в Инстаграме. Друзья, всем привет! Напоминаю, идет набор во взрослую группу карате. Интересуйтесь, записывайтесь по телефонам Sunshine Studio. Всем спорт! Sunshine Charity Non-Profit Organization возобновил классы подростайка для детей от 2 до 5 лет с понедельника по субботу, с 9 до часа, первая смена, и с часа до 5, вторая смена. Подростайка – это прекрасное место, где ребенок может адаптироваться к новому месту с другими детьми в постепенной и спокойной атмосфере. Приглашаем на ознакомительный тур, где вы сможете познакомиться с нашими учителями, программами и посмотреть, в каких прекрасных условиях будут находиться ваши дети во время занятий. На этом пока все новости. Надеемся, что вы все внесли в свои календари и не упустите ничего интересного. Подписывайтесь на нас в Инстаграм и советуйте друзьям. Всем мира и добра. Пока-пока.